Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Toyota Avensis второго поколения 2006 года выпуска. Объемом 1,8 литра 1ZZFE. Пробег двигателя составляет 123 тысячи миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостых оборотах. Работа двигателя на высоких оборотах. По данному автомобилю ошибок нет, машина проехала 123 528. Выхлоп чист. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.